Друзья, всем привет! У нас сегодня на обзор новая квартира. Ну, можно сказать, что она студия, можно сказать, что она однокомнатная, потому что спальная зона здесь выделена, но общее пространство здесь, можно сказать, едино. То есть здесь зал совмещен с кухней и выделена спальная зона. Первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание именно по этой квартире, это большие окна, окна в пол. То есть здесь за счет этого некий панорамный вид открывается на целый город. Вдоль всех окон здесь идет вот такая здоровенная большая лоджия. Вот. Этаж у нас 16-й, открывается просто чудеснейший вид на город. Конечно же, закаты именно с этой стороны, то есть это квартира видовая. Вот, обратите внимание, как тут классно. Вот там у нас это торговый центр Комсомол, там же гипермаркет IKEA и так далее. Так-с, идем дальше. По застройщику давайте скажу. Застройщик 4 солнца, очень классный застройщик. Это дом не эконом уровня, это дом комфорт уже класса считается. Здесь очень классные подъезды, да, чистенькие, аккуратненькие лифты Кони, в которых играет классическая музыка, красивая парадная и очень хорошее качество строительства. Стеклопакеты, обратите внимание, насколько они классные. Ну, я думаю, это вы при просмотре поймете. Плюс разводка здесь идет через пол. То есть, когда включается отопление, полы экранируют. Полы у нас это плитка ПВХ. Вот, все остается в квартире, все как есть. Ничего вывозиться отсюда не будет. Продается со всеми вещами. Здесь у нас вот выделена спальная зона. Очень уютная и очень комфортная. Здесь также, здесь вот есть дополнительные такие вот ниши. Это для того, чтобы можно было туда что-то убрать. Далее, санузел. Санузел у нас совмещенный с электрическими подогреваемыми полами. Все аккуратно, чисто, квартира новая, только что после ремонта. И, в общем-то, вы покупаете свое время, энергию и покупаете комфорт, покупая именно эту квартиру. Почему? Потому что здесь вам не надо будет тратиться на ремонт. Здесь уже все есть. Максимум, что вам тут надо будет, это установить духовой шкаф, если он вам необходим. В общем, будем рады показать эту квартиру и продать ее именно вам. Спасибо.